Сирияда екі девлет лидерлерінің көрішімінде халқымыздың вазиетті аққында да сөз үрсетілді. Кечедевері ұқым сергенінен емек сасында насыл денішмеліклер юз берді. Ахмеджет районы Мирная койның еллары кергін вазиетте болынмақта. Уста Эльмира Хайрулаева милли либазларына кинген қоқлаларыны ярата. Сәлем алейкум, сайғылы телесеерджілер. Қырым телеканалының эфирінде хабирлер вақыты студияда мен София Сайтабляева чалышам. Ахмеджет жеварында елларының чоқысы ажынықлы алда болуна. Қырым акиметі бұл меселені чезмеге ваде бере, ама Ахмеджет районы Мирная койның еллары әлі еда бүгін кеже кергін вазиетте қалан тәсілетлі жәнев беті кілеп қамызда. Мирная койы шеер сынырында ерлеші. Шеер ве Мирная койның еллары чоқ фарқылыдыр. Мирная кой шурасы рейсінің муавені Александр Милашенко койдығы ел меселесіні бойлей затлай. Требует капитального ремонта 4 дороги. Одна дорога требует строительства и одна дорога текущего ремонта. Это дороги все социального значимости для Мирновского сельского поселения, которые необходимы в первую очередь. Если в бюджет 2015 года будут заложены эти средства, то мы сможем осуществить все наши плановые ремонты, строительство и капитальный ремонт. Мирная кой шурасының башы Сергей Ковалев ел меселесі бойынша азырлаған весиқаны район девлет мемуриетінің башы Ирина Бойкоға еламаға ниетлене. Бұл весиқаға құрыджылық, реконструкция, елларының капиталь құрыджылығы кебі еш чешітлері кірсетілді. Бұл меселеден ғайры сув ағыларының кечірілі меселесі де кескін тура. Синхрон. Су құтылары яптылар. Емді олан япқанда су құтылары япыла алчақ жерде. Мысал, елін алчақ тарафында, чүнкі еллардан аққан сулар o su kutularına gitmek gerek, ondan da başka yerlere alıp varmak gerek. Onlar o su kutularını yüksek yaptılar, yüksek yaptılar çünkü su fizik tarafından yüksek yerge çıkamıyor. O alçak yerge akmak gerek. Меселелерінің чезілмесі бүгінге қадар белі дегіл. Келеджек афта Мирная кой шурасының небетекі сессиясында меселе ғайрыдан мұзакере етілежектір. София Сайтабляева, Сабрия Халиляева, Инвер Румшевич, хабарлер. Кечет девері ұқым сүргенінен емек сасында олған денішмеліклер базы вақытлары ішсізлікнен бағлы ола. Мұтиғасыларының білдіргеніне көре бұл вақытын жаула білер. Межғулиет меркезде бұл меселені инжелеген қадимлер чешіт программа бе ұсылларыны құлланып, ішсізлікнің оғыны алмақ пешінделер. Мевзіні мұхбіріміз Фатиме Егеева девам ете. Яздан Хырымда эмек чаршысына кошма сермиялар девлет программасы чалышы башлады. Бу программага эсасланып, Хырымга 600 миллион рублей зияде пара айрылды. Программанын максады иш жерлеринин сакланылыбы, вактынча ишке алуу ве яны шахси ишканелеринин ачылуудур. Бунда да кайра программа боюнча мутихасыларынын огретилүүдү көздө тутула. Где-то порядка 30 000 крымчан были под угрозой выхода на рынок труда, то есть могли стать безработными. Было предпринято огромное количество мер, возможность повышения квалификации работников на предприятиях и учреждениях, которые, коллективы которых находятся под угрозой освобождения. Мы готовы обучить работников для этого предприятия по тем профессиям, которые необходимы этому предприятию, повысить квалификацию по тем направлениям, которые необходимы этому предприятию за средства федерального бюджета. Шымды эмек чаршысында позитив тенденция көрине. Программа фаал сүретте өз ишини бежере. Мутихасыларынын билдиргенине көре бу тенденция Кырымга яны Русия ишканелеринин келгенлеринен баглы. Шымды эле Ахмеджетте ишсизлик севиеси 1.7% тешкил эте. Ишке алынган инсандардын сайысы эсе 39%. Предложение на рынке труда города Симферополя постепенно стабилизируется. С целью принятия мер по защите трудовых прав работников и недопущения высвобождения работников в переходный период в городе Симферополь при содействии городских властей под руководством заместителя городского головы Ильи Сергеевича Глазкова была создана комиссия по решению вопросов предотвращения массового высвобождения граждан. Завершился процесс высвобождения на более 50 крупных предприятиях, в основном республиканского значения, но основная масса сотрудников трудоустроена во вновь созданные структуры Российской Федерации. Шымды межгулиет меркезі ішсіз адамларға нефақаларыны бермеге девам ете. Пособияларының көлемі 2000 рубле башлап, 18 рублеге қадар ете. Эсасынан ішсізлік проблеманен девлет қызметчілері ве яш мутихасылар рас келелер. Я по образованию юрист. Сейчас
требуются юристы со знанием российского законодательства, некоторые требуют с опытом работы уже с российским законодательством. Я пришла в центр занятости, стала на учет. На данный момент мне предложили несколько вакансий. Молодежь, да, сейчас ищет работу. Бутун Джумхуриетимизде ишсизлик проблемасынын чизилиги боюнча фаал иш көрсөтүлө. Мектептерден талабалардын насиятлы субъектлери өткөрүлө. Мутахассислар билдиргенине көрө, бул кеби тедбирлердин сырасы Кырымда ишсизлик сивесини чизмеге жардам этерлер. Фатима Агаева, Алишер Алимов хабарлары үчүн. Туневан Русиянын президенти Владимир Путин Туркия Джумхуриетинде девлет зияретинен болонду эки девлет лидери Беклен Элгеновго Русия ве Туркия иш бирлиги акында сөз жүрсөттү ве бир сыра муим визикаларын имзаладылар. Бул көрүшүүдө айрым бир суал олорак Кырым татарлардын регионалдык себеби ичтимаи саясий вазияты акында сөз жүрсөтүлдү. Bir saatke belgelengen koruşuv 3 saat devam etti. Rusya ve Türkiye arasında bir sıra kararla kabul etildi. Rusya Türkiye için yanı gaz yolağını kuracak dep bildirdi. Şonorle beraber devletimiz Türkiye için gelecek senege gaz fiyatını 6%'a indirdi. С учетом растущих потребностей Турции мы готовы не только расширить голубой поток, о котором мы уже говорили, но и построить еще одну систему трубопроводную для того, чтобы обеспечить растущие потребности самой турецкой экономики. Кроме этого, мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что мы по просьбе турецких партнеров и имея в виду расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, с 1 января текущего года понизим цены на голубое топливо для турецких потребителей на 6% и готовы будем снижать эти цены дальше по мере реализации наших совместных крупных проектов. Русия ве Туркия мемлекетлернин президентлери Владимир Путин ве Реджеп Тайип Эрдоган Кырым татарларынын вазияты акында да сөз жүрсөтүлөр. Относительно крымских татар. Кырым татар халкы акында да музакерелерибиз болду. Биз кырым татарлар доорусунда тафсилаттуу музакерелер кечирдик. Русия кырым татарларга керектүү укукларын бергени көрүнө. Биздин кардаш кырым татар халкында болмаган укуклар шундайки вакытта энди бар. Кырым татар тили девлет тили болганы да чоң гүзелдир. Субъект арасында менин меслекдешим Владимир Путин Русия бир инсан үчүн дегилди. Бүтүн миллет акында түшүнөм. Бул бек муимдир. Биз ойлонуп тай назарга кол тутабыз. Матбуат конференция давамында М. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган, М. Русиянын девлет елбашчысы Владимир Путин, Украинадаки инкеразны Минск мухаверисы ве халкара кануларны эсасланып чезмере деген фикерлерни билдирделер. Украинадаки инкераз сияси ел нен чезилежектер. Бутун тарафлар Минск мухаверисине риайет этме керек. Бу суаль боюнча фикерлерымыз айныдыр. Но у нас общее, совершенно очевидно выраженное стремление к урегулированию всех острых кризисов, и мы, безусловно, будем координировать нашу работу. Владимир Путин Туркиянын темир коюучусу Кемаль Ататуркнын дүрбесинде болунду. Кырмызы ве бияз гүлдөрүнө хабарына койду. Асан Бибаев хабарлар. Бүгүн милеттер арабы сүргүнө алынган граждандардын иштери боюнча Девлет комитетинде эдебияттын нешер этилмесине багышланган тепсие кеңешинин биринчи мушавересе өткөрүлдү. Мушавере черчевесинде комиссия азалары бир кач китаптын дерч этилмесине тепсие эттилер. Комитеттин максатларындан бири эдебияттын нешер этмек ве тилдерин инкишаф эттирмектир. Тепсие кеңешинин мушавересинден Эмине Бекирова левхасын азырлады. Тевсие кенешнин биринчи мушавересинде нешриятнын баглы суалер музакере этилди. Олар арасында Риза Юсовнун муэллифлигинде чыгачак Кырым татарларынын музыка санатынын баглы китабын бастырмак керектиги айтылды. Китабынын муэллифи шахсен мушавереде иштирак этип, китабынын нешир этилмесине Сермия Айырмак режиясынын болунду. Эта книга и идея родилась у меня еще в 2008 году. Вот здесь около 100 с лишним человек, которые все имеют звание. Лауреаты международных конкурсов, заслуженные деятели. До революционного периода, до военного периода начинают все известные люди и по сегодняшний день все наши деятели заслуженные. Сейчас я прошу Рейскомнадзор и Совет для него участие принять.
Это предел 50 тысяч рублей. Комиссия азалары 2013 ве 2014 сенелері нешириятка азырланган эдебиятның жедвелеріні ғайрыдан таздықлап, оны федераль жедвеліне кірсеттілер. Бұндан ғайры комиссия азалары қырым татар тілінде чықажақ дерсіліклер қаталарға ел бермемек себебінен ерім адамызның нешириятларында чықарылмасыны талап еттілер. Эдебиятның бір қысымы кележек сене нешир етілмесіні қарар берілді. Крыму Чпетгизе издавать школьную литературу. Художественную можно где угодно издать, историческую можно где угодно издать. Эдебият меселесінден ғайры милетлер ара весүргін олынған гражданларының ішлері бойынша комитетінің рейсі Заур Смирнов мектеплерді қырым татар тілінің вазиетіні ве абитуриентлерінің бюджет ерлері ақында сөйлеріні айдынлатты. Издания, которые производились, они не соответствовали, мягко говоря, хотя бы тем даже нормам и требованиям, которые были и в предыдущем законодательстве. Таким образом, мы сегодня видим ситуацию, что некоторые, в частности, учебники, которые издавались у нас в предыдущее время, в текущем году продолжим мы их издавать за этот оставшийся месяц, но с 2015 года мы уже должны будем их издавать на базе тех издательств, которые будут зарегистрированы и получат соответствующие сертификаты по российскому законодательству. Бундан эвел басылган эдебиат федераль нормаларына келишмеген олса, демек олар комитетінің ярдымы эле ғайрыдан нешерге азырланачактыр. Бу жедвел сынына кадар да бакып чыгарылачагы белли болду. Эмине Бекирова, Сетмемет Кучиев, хабарлер үчүн. Халкара хабарлери акында Нефет Экелепхамыз. Френкистанын Женевінде су басуы нетижесінде 5 инсан эляк олды, региондан 3,5 инсан тахлие етілді. Девлетнің Женевіндегі районлар ұшықсыз қалды, арбилелер, янғын құртарыжы қызметлерін қадимлері ве гонулілер қыдырып құртарыжы ішлерді ештірак етмектелер. 8 яшындаки қышық ғайып олды. Бозғын ава Испанияда да укум сөре бір қадын эляк олды, қасырған нетижесінде тереклер йықылды, эвлердің дамлары ұчырылып кетті. Бельгияның сабық премьер-назиры Херман Ван Ромпей Европа Бірлігі Журасының рейсі вазвесіні бошатты. Бұ вазвені от Дональд Туске теслеметті. Полонияның сабық премьер-назиры Европа Бірлігі идаресінің эсас органлардан бірісіне елбасшылық әдеджек. Шу орган әркенінда девлет ве үкіметлерінің башылары болынмақта. Базар ертесі күні Бельгияда қаты иқтисатқа қаршы небетекін арасылық акция солып кетті. Оны Валония ве Фландрия профсоюзлары тешкілетті. Акцияда девлет ве шақти муэстелерінің қадимлері үштірак етті. Илки бойлы акция ноябрь 24-інде олып кетті. Наразылық әрекетінің екенленмесі декабрь 8-інде Брюссельде көзетілі. Бельгияның гражданлары бергі Венефақыға чықыф яшы көтерілмесіне қаршы чықмақталар. Уругвайның президент вазвесіне Табаре Васкес Кенеде қайта президент сайлауларының екінші турында 74 яшындаки эким онколог Широкий фронт фирқасының темсілчісіне 53% рей берілді. Президент вазвесінің бірінші мүддетінде болынғанда ОЭЛ-нің ичтимаи қорығы ве иқтисад программалары эле рағбетлігіні қазанған еді. Базар ертесі күні Рио-де-Жанейро шәрінде дүниада ән бұйык ялдаған наратта атешчіклер янды. 85 метролық нарат үстінде 3 миллиондан зияде атеш яна нарат ағырлығы 542 тоннадыр. Терекнің дизайны елінің 4 месіміні акс етмекте. Сүней нарат терегіні сейір етмек үшін 100 бенден зияде инсан келді. Конструкция Гиннес рекорд китабына дүниада ән бұйык ялдаған нарат терегі күбі қырды. Эльмира Хайруллаева керамет ве чамурдан санат ишкаларны ишлеп чыгарам. Онын қолындан бинден зияде қырым татарларының милли либазларына кинген қоқлалар азырланды. Санаткернен біздің мұхбирлеріміз субетлешті. Бұ сана чешетінен қырымда бірі кенсан оғыраша. Олардан бірісі Эльмира Хайруллаевадыр. Эльмира ханымның қызы Зарема Мола анасындан әвел бұ санатнен оғырашмаға башлады. Тек үч ел әвелсі Зарема ханымның ниджиады анасына да тесір етіп, оның дихатыны желпетті. Башта ол қызына ярдым етейді, сонра тәжірибе алып, өзіде чалышмаға башлады. Әр бір хоқлай екен едір. А мен де бұ екі ел башладым япмаға. Сувенирный вариант, чунки бо япкан шлер кызым Малазарема япкан шлер классический о коллекционный шлер. Объект палы музей шлеры.
Bu hoklalar Moskva, Soçi şehrinde çeşit sergilerde takdim edildi. Bundan da gayrı çox işler şahsi koleksiyalarını yaraştıralar. Onlardan bazıları o sahiplerini Avropada taptılar. O Nazarbayev'de de var, onun işleri. Diplomatik korpus Kanada'da. Şimdi o kadar sergiler olmay, bilemiz çox sıvız Kırım'da sergilerge çıkamız. Эльмира ханымның хоббисы азылса да хохлаларга масрафланган параларны кайтара. Бундан да гайры уста озесерлерини достларына, танышларына бахшиш эти. Биздин иҗади группабыз да бахшишсыз калмады. Айша Халилаева, Адиле Топчи, Алишер Алимов хабарлар. Шундайлык бу олган маалыматларыбыз эди. Ашамларыңыз ырат кечсин. Саулык менен калыңыз.